Выступать перед публикой для Александра Филиппова не ново. Еще недавно он играл на баяне в лондонском метро, а сейчас радует пассажиров в самарских трамваях. Говорит, с радостью присоединился к участникам акции «Новогодний маршрут». За рулем трамвайного поезда Ольга Пруидзе. Сегодня она в образе Снегурочки. В кировском трамвайном депо девушка работает уже 3 года. За это время, рассказывает, примерила на себе роль новогодней волшебницы впервые. В радость какую-то доставить. Уже, я говорю, погода такая ужасная. Снега нет. А тут интересно посмотреть на реакцию людей опять же. Мы подготовили подарки. Подготовили подарки для детей. Это игрушки, машинки какие-то, куклы. Заготовили мандаринов, заготовили сладкие подарки для того, чтобы вот каким-то маленькой такой частичкой подарить всем хорошее и новогоднее веселое настроение. Дарит подарки и угощает мандаринами в образе Деда Мороза кондуктор 3-го трамвая Анатолий Румянцев. Да хоть чуть-чуть кусочек счастья подарить людям. Так хорошо, даже настроение поднялось. Спасибо большое, почаще бы так. Самарские автобусы от трамваев не отстают. Волшебные герои остановили 37-й автобус и устроили там настоящий праздник. Дед Мороз и Снегурочка подарили пассажирам транспортные карты и рассказали, как ими пользоваться. Это удобный способ оплаты. В отличие от банковских карт, они не попадают в стоп-лист и дают льготы многим категориям граждан. Чтобы подарить какое-то праздничное настроение, напомнить им о правилах дорожного движения, а также подарить мандарины и, собственно, транспортные карты. Очень неожиданно, очень приятно, вообще здорово, хорошая инициатива. Желаем вам дальнейшего такой радости людей. Спасибо большое. Напомним, акция «Новогодний маршрут» стартовала 20 декабря при поддержке Департамента транспорта. В новогоднюю ночь городской общественный транспорт будет работать в усиленном режиме. Кроме того, трамваи и автобусы украсят праздничной атрибутикой. Подробнее о дополнительных рейсах можно узнать на сайте администрации города. Мария Ильчан, Василий Колдашов, Григорий Плешаков. События.